В Иванове подвели итоги областного фестиваля детского творчества «Рождественский подарок». В этом году он прошел в нашем регионе в 18-й раз. Девиз фестиваля – «Через творчество к православной нравственности». Фестиваль имеет большую религиозную и духовную значимость. Фестиваль имеет очень большую религиозную значимость, духовную значимость. Фестиваль объединяет и взрослых участников фестиваля, родителей, педагогов и детей, непосредственных участников номинации нашего фестиваля. Вокруг наших традиционных духовных ценностей, в понимании и значении праздника Рождества Христова, того, что несет нам это всемирное событие. В Большом зале музыкального колледжа собрались организаторы фестиваля и лауреаты. В этом году из 800 участников жюри выбрало 50 победителей в номинациях «Художественное», «Театральное» и «Музыкальное творчество». Я представлял произведение «Вокалист». Я выступаю от Ивановского музыкального училища. Я студент третьего курса. Я участвую уже на протяжении, наверное, 4 лет. Мне этот конкурс, наверное, нравится тем, что в Кинеш мне очень хороший зал. Мне очень он нравится. Акустика и такая атмосфера у них все время праздничная, можно сказать, и приятно выступать. Просто мне приятно обыгрывать программы, приятно выступать перед людьми. Самой массовой оказалась номинация «Художественное творчество». На суд жюри было представлено 464 работы. Это раскраска – коллективный труд воспитанников воскресной школы храма во имя иконы Божьей Матери «Прибавление ума». Ангелы здесь практически на каждой странице. Рождество связано с таким моментом в жизни, да, как рождение Христа. И здесь, конечно же, каждому ребенку хочется получить какую-то очень сильную положительную эмоцию от этого праздника. А ангел обычно, он дарит все самое хорошее. И поэтому дети решили через свои вот эти вот раскрасочные рисунки, иллюстрации, как раз подарить каждому ребенку вот такого ангела, образ ангела. Даже если этот ребенок еще не воцерквлен, даже если этот ребенок еще не крещен, он увидит эту раскраску и получит очень хорошие эмоции. Обладателями диплома стали не только авторы лучших художественных работ, но и их педагоги, которые получили благодарственные письма за то, что смогли воспитать талантливых ребят. Любовь Подчерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.